Тело движется с ускорением 1,5 метра в секунду в квадрате. Начальная скорость равна нулю. Какова скорость тела через 2 секунды после начала движения, через 4 секунды, через 20 секунд? Для начала запишем наши условия. Ускорение А равняется 1,5 метра в секунду в квадрате. Начальная скорость равна нулю. Время Т2 равняется 2 секунды. Время Т4 равняется 4 секунды. И время Т20 равняется 20 секунд. Найти скорость через 2 секунды. Найти скорость через 4 секунды. Найти скорость через 20 секунд. В20 неизвестно. Сделаем схематический рисунок. Напишем формулу скорости. V конечная равняется начальная скорость плюс АТ. Эту формулу нужно знать. Воспользуемся формулой скорости и найдем скорость через 2 секунды. V2 равняется начальная скорость V0 плюс АТ2. Так как начальная скорость равна нулю, тогда у нас получается, что V2 равняется АТ2. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Высчитав, получаем 3 метра в секунду. Найдем скорость через 4 секунды. V4 равняется V0 плюс AT4. Начальная скорость также равняется нулю. Следовательно, V4 равняется AT4. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Посчитав, получаем 6 метров на секунду. И найдем скорость через 20 секунд. V20 равняется V0 плюс AT20. Так как начальная скорость равняется нулю, тогда скорость в конце 20 секунды будет равняться AT20. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Посчитав, получаем 30 метров на секунду. Запишем ответ. Скорость на конец второй секунды V2 равняется 3 метра в секунду. Скорость в конце 4 секунды 6 метров в секунду. И скорость в конце 20 секунды 30 метров в секунду. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.